Ой, блядь, тролль. Вот издеваешься ты над Машей. Зачем? Маш! Сюда, пожалуйста, подойди. Стой, все, стой на месте, не волнуйся. Подписчики задали вопрос. Как правильно будет, перепонная барабанка или перепонная барабанка? Не, перепонная или перепонная барабанка. То есть вы на полном серьезе меня позвали, когда больше всего это завис в интернете? В чем прикол? То есть до тебя не дошло? Это опять какой-то пошлый листок? Прочитай еще раз, что я тебе только что спросил. Перепонная барабанка или перепонная барабанка? Ну алло! Не пугай меня! Ну не настолько же все плохо! Ты что, не вкурила еще? Я не могу там найти ничего, никакого-то пошлого подтекста, как вы видите. Что такое перепонная барабанка? Скажи мне, пожалуйста. Вообще это в ушах. А может быть барабанная перепонка? Бля. Подожди, я тоже. Хорош, Иван, блядь, это просто чудесно, блядь. Самое тупое. Нет, подожди. Я тебя спрашиваю, как правильно, перепонная барабанка или... А звучит, да. Звучит так, что я на серьезе уверена, что я слышала это выражение. Не, подожди, не, ну я... У него мозг сейчас лопнет. Подожди, стоп! А нихуя, блядь! А нихуя, блядь! Машуль! На гугле есть ли такое выражение, потому какой? Что... перепонная барабанка? Ты что, сдурел? Почему? Почему? Я понимаю, что барабанка... Филолог ты! Но почему такое? Почему, ну, никаких, у меня никаких вообще сомнений, никаких... Не возникло, в этом явно есть какая-то загадка, в этом какой-то... Просто, это просто, блин, ну, это, я не знаю, назовем это магией русского языка, наверное. Это, ну, по-любому... Это как канная маша, там, или паловые крабочки. Точнее, паловые кар... Или как там, паловые калочки, там, или... И главное, ты с самого начала зацепилась за Е или И. А второе слово тебя вообще не спутил. Причем оно такое барабанка. Что такое барабанка? Блять! Крысосичка, да, Иван. Смешно вам, да? Да, смешно. Ой, блядь. Бля, это в нарезке пойдет, блядь.